Ну что, у меня получилось вас сегодня удивить? Я, по крайней мере, на это надеюсь. С чем же связан столь необычный стриптиз? Дело в том, что в последнее время все больше и больше хейтеров и всяких ненавистников, троллей различных мастей начали писать о том, что Денчик совсем сдулся, Денчик нифига не умеет тренироваться, Денчик ничего из себя не представляет, как кочек. Вот. Ну, и так много, и так настойчиво меня доставали, что вот очередной раз довели меня до стриптиза, так сказать. Вынудили, так сказать, раздеться.